Буйство запахов и красок. Именно так можно охарактеризовать Скоморовку, главный продовольственный рынок Минска. Ассортимент огромен, от мясомолочной продукции до ароматной выпечки и сладостей. Здесь, как в супермаркете, все можно купить в одном месте, заодно традиционно для рынка удовлетворить потребность в общении. К слову, объекту уже без малого 40 лет. Последняя комплексная модернизация была закончена в 2000 году. Настало время для новой реконструкции. Утвержден план комплексной модернизации Минского Комаровского рынка. Проект прошел государственную строительную экспертизу. В его входе будет реконструкция трансформаторной подстанции, замена остекления крытого рынка, строительство двухэтажного склада и также павильона по сортировке и хранению отходов. Благодаря обновленной трансформаторной подстанции появятся резервы по электропитанию. Это, в свою очередь, позволит улучшить системы вентиляции и отопления крытого рынка. Модернизацию планируется начать уже в этом году. Она займет, по предварительным подсчетам, около 7 лет. Значительно удлиняет срок то, что процесс будет идти без закрытия предприятия. Если не говорить о глобальных масштабах, можно заметить, что рынок мало-помалу, но обновляется постоянно. Так, в этом году был произведен капитальный ремонт входной группы крытого рынка. Были заменены гранитное покрытие и ограждающие конструкции. Установлены облегченные двери, модернизирован пандус. Для покупателя с двухколесным другом у входа организована велостоянка. Также были установлены решетки-улавливатели снега и грязи. Таким образом, рынок идет в ногу со временем, не забывая о своих незыблемых традициях. Радовать покупателя качественными свежими продуктами по доступным ценам.